Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, вы на канале Greco Music Video. И сегодня у нас вторая часть прохождения игры Интернет-кафе Симулятор. Итак, сегодня у нас очень много задач. Я хочу дохренище просто как сильно разбогатеть. Все, я никак не привыкну, как называется этот долбанный лифт. Сегодня у нас, как говорится, задача номер один. Немножечко поднять бабла. Для того, чтобы немножечко у нас поднять бабла, мне необходимо что? Интернет-кафе, правильно, немножечко развить, наконец-то. Что ты дергаешься? Отстань дергаться. Не, ну лифт, конечно. Кафе. Так, что у нас? У нас в моем интернет-кафе пока что стоит один компьютер. Потеряйся, братан, потеряйся. Так, дождь. Бегом отсюда. Здорово, братишка. Здорово, бродяга. Здорово, бродяга. Так, все вон, все пошли вон. Дождь идет. Я не хочу. О, бомжара. Здорово, нищий. Так, чувак, в нашей деревне вмешивается бездельник. Так, бездельников я не люблю. Я сделаю тебе одолжение. Если ты побьешь его за меня, на футболке мужчины написано «семья». Он всегда носит белую майку и лысый. Базара ноль. Дружище, базара ноль. Щи разносить я умею. Сейчас мы кому-нибудь хорошенечко разнесем хлебало. Так, ищем чувака. Это не лысый, с белой майкой, у которого написано «семья». Так, девушка, пробегайте мимо, потому что... Так, чуть немножко подтормаживает. Так, чувак с белой майкой. Не, не тут. О! Не. Так, ищем. Где чувак? Лысый? Вот. Фэмили. Здорово, братан. На. Здорово. Так, хорошо. Я выполнил наш уговор. Иди сюда. Нищий. Так, спасибо, чувак. Иду через 200 баксов. Стрелять, колотить. Вот это благодарочка. 200 бачей. 200 баксов. Ну, это серьезно? Это очень серьезно. Так, у нас интернет-кафе мое закрыто. У нас идет дождь. Ни хрена не работает, потому что у нас опять дебильный выключатель какого-то хрена выключается. 200 баксов. Бам! Барыга, давай еще подкинь мне пару каких-нибудь заданий подобного рода. Мне очень понравилось. Ничего себе. 200 баксов, чтобы разбить лицо. Битой. Вообще без проблем. Вообще просто без проблем. Лысому, у которого написано «семья». Так, давайте немножечко разберемся, что у нас здесь есть. Итак, у нас есть заказ. Нет заказов, есть компьютеры. $1.50 у нас идет, получается, за сколько времени? Пусто. Изменить цену. Слушайте, мы можем... Нет, дорогой, не надо. Нормально, оставим нормально. 1.6 делаем, 1.6, хорошо. Мы делаем 1.6, пустой. Так, если мы откроем кафе, чем здесь поменяется? Здесь не поменяется ни хрена. Так, что у нас здесь? Компьютеры. Обои. Сменить обои. Давайте заставочку. А, это, я так понимаю, обои. Давайте поставим. Шляпа. Запросы. Нет никаких запросов. Что у нас дальше есть? Майкафе. Этажи. Потолки. Стены. 200 баксов? Нет. Мы пока это пропускаем. Майкафе. Так, это у нас здесь отзывы. Так. Фудс, это жратва. Это, я так понимаю, еда. Так, это нам не надо. Так, давайте сворачиваться. Так, что там? Кто там? Кто-то пришел. Ага. Братан, без проблем. Сколько тебе надо времени? Так, 2 часа. Базара ноль. Идем сразу же следить. Следить за всякими нарушителями. Пускай дружище пока нам... Приносит возможную прибыль. Ты куда бежишь? Че? Так, нищий, ладно, нищий, ты мне пока очень сильно нравишься, ты мне помогаешь. 200 бачей, это очень серьезно. Так, а что у нас здесь есть? У нас компьютер, кстати, у нас есть. Мне надо стол где-то нарыть. Нарыть стол, увеличивая, так сказать, сразу прибыль. Блин, я же купил еще в прошлый раз где-то какую-то копилку. Копилку. В которую оставляю чаевые. Но где ее нахрен найти? Сейчас будем разбираться.
Как братан там отсиживается. Кстати, что там делаешь-то был? Что-то там интересно. Ты ни хрена здесь не делаешь. Так, дружище. Только через кассу. Хорошо, молодец. Молодец. 59 баксов. Так, друзья, сколько у меня? У меня уже $391. Так, $391. Что мы имеем еще? Здесь у нас что есть? MyCafe. Итак, компьютеры стоят от технологии на лет 20. Ты охренел, что ли, на лет 20? Все у нас по фэншую. Не надо тут ничего наговаривать. Так, кто там забежал? Так. Ага. Здравствуйте, вы откуда? Со свадьбы, что ли, сбежал? Почилить, что ли, компьютер? Так, заходим. Сколько тебе? 3 часа! Братан, я тебя буду сейчас охранять. 3 часа? Баксов 80? Выключай, нужно выключить, включить свет. Так. Здесь все хорошо. Все спокойно у нас пока. Ладно, подождем. Так, давайте посмотрим, что у нас там по свету. По свету. Ой, бляха, у нас тут холодно, просто жесть. 14 градусов, охренеть можно. Воняет? Знаешь, воняет. Так, быстренько сейчас. Братан, все для тебя. Так, посмотрим, что у нас по чистоте. Немного грязновато. Блин, был 2 человека, ты насрал, что ли? Я тебя спрашиваю, ты насрал, что ли? Не ты. Так. Хорошо. Так, что там делаешь, расскажи. Смотри мне. Блин, боюсь сесть за свой компьютер, потому что забежит какая-то гнида. Например, вот этот вот. Вот этот вот. Где там, я его пока не вижу, но он где-то есть. Который камикадзе. И он может мне все здесь испортить. А мне крайне не нужно, чтобы он сейчас здесь нарушил то, что у меня есть. Или уничтожил то, что... И убил тем более клиента, жениха, который со свадьбы сбежал, чтобы немножко почилить компьютер. Так, все, давай, братан, ты сейчас сворачивай ноги. Так, рассчитываемся. Хорошо. 89 баксов. Красота. Так, давайте пока мы закроем кафе. Закроем кафе и все-таки немножечко подразберемся. $481. Внимание. Кафе закрыто. Все хорошо. Не, ну, из-за вирусов у него тормозит. Слушай, достал. Хорошо, давайте мы, что мы сделаем сейчас? Начать сканировать. Начинаем сканировать и сворачивать. Сворачиваем. Заказы, компьютеры, обои, запросы. Здесь ничего интересного нет. Это же потолки. Так, что у нас здесь? О, гир, это что за период такой? Купить. Коробка для подсказок. Что нахрен за коробка еще для подсказок? Тележка для хот-догов. Автоматическая дверь. Что-то какой-то у меня версия игры. Так себе. Очень. Гребаное электричество. Какого хрена оно пропадает? Надо какой-то бесперебойник ставить. Так, слушайте, я нашел, там какая-то подсказка. Что за подсказка у нас, ребят? Давайте разберемся. Так, включаем, загружаем компьютер заново, потому что у нас же супер электричество, которое ни хрена не работает, вырубается за каким-то чертом. Непонятно. Очень непонятно. Слушайте, ну что за коробка для подсказок? $294. Старые колонки. Нахер мне старые колонки. Охранная сигнализация. Слушайте, ну вот это классная штука. Охрана. ПОС устройства? Понятия не имею. Здесь же охренеть просто какой перевод русский. Огелер. Это что такое? Ладно, давай хрен с ним. Купим. Коробка для подсказок. Коробка с карандашами. Мальчик принес анализ. Так, пойдем посмотрим, что из себя представляет коробка для подсказок. Что за идиотизм? Для каких нахрен подсказок? Что это за обезьяна какая-то вонючая? Блин, $294 я дал за вот эту хрень. Что это на самом деле? Я ж умею покупать нужные вещи. Дебил. Шо купил? Ну, конечно.
Так, 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 кто там, кто там? Там свой? Биту, надо биту брать. В такие моменты сразу вставать, если что, разносить просто хлебало всем, кто посягает на мои ключи. 3 часа. Братан, 90? Да пожалуйста! 3 часа! Че хочешь там делать? Сейчас только вирусы посмотрю. Что у нас там по вирусам? Начать сканировать. Так, 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 так. Бегай. Давайте за Мазор зайдем. Че мы? Давайте пойдем за Мазор. Посмотрим, что у нас есть в Замазоре. В Замазоре у нас есть столы. Мне надо нахрен нормальный стол. Слушайте, а давайте посмотрим, когда я закончу чувачок играть. Вот это коробка для подсказок. Это макака или это такой некрасивый человек какой-то? Ладно, хотелось бы дубинкой вмазать, но так нищий. Ты там мне не хочешь задание подкинуть на 200 бакинских вообще? Свет надо включить. Ё-моё, дружище, а ты же сидишь без света. Что ты без света сидишь? На! Что думаешь, мне это вот... Что-то лампа так вонючая, как у меня что-то есть. Нет, я, извините, пожалуйста, дубинку сейчас никуда не выкину. Не дай... Сука! Сука, ах ты, блядь! Говно! Не, а его, как его уничтожить? Скотина! Гнида! Ну вот. Не, у меня нет слов. Нет слов. Хороших слов. Как вымораживает эта скотина, которая мне выносит... А, слушайте, что с ним делать? Я не знаю, что с ним делать. Надо что-то думать. Это херня полная, если он так забежал, блядь, вынес моего клиента к хренам собачьим просто. Который 3 часа, 3 часа 90 баксов. На секундочку. Мусор. Что скотина, мышку взорвал? Вот тварь. Нету мышки. Нету мышки, слушайте, у меня где-то была мышка, нету, вот у меня валяется. Новая, между прочим. Да, это есть серьезное дело. Очень серьезное. Так, мышка у нас как-то неправильно лежит. Надо ее перевернуть. Кнопочками к монитору. Так, ладно, а что нам делать в таких случаях? Что-то это коробка для подсказок, я не знаю. Давайте уберемся, друзья, потому что здесь у меня срам. Срамота, здесь заходит, конечно, срут направо и налево. Так, где-то еще есть грязь. Грязь, 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 грязь. Вот грязь, след. И то не все чисто. А хрен с ним, блин, я не знаю, как выносить этих подонков. Друзья, заходите, пожалуйста, у меня есть коробка для подсказок. Я так и не понял, что она делает, потому что забежал эта гнида, скотина, сволочь. А чё мне 187 баксов? А, я же купил коробку для подсказок. Конечно. За $290. Что-то не клеится мне пока. Так, где эти столы? Где эти дебильные столы? Monix, маусы, где-то, Dex, столы. Консоль, а, вот здесь на подписывали. Консоль, компьютер. 328 баксов. Друзья, мне осталось вообще херня. $328. Это ерунда. Это надо, чтобы он там на пару часиков зашел. Все, я куплю себе $320. Шикарно. Все. Я понял. Все шикарно. Друзья, заходите, пожалуйста. У меня есть коробка для подсказок. У меня есть прекрасное место. У меня здесь холодно до задницы просто. 14 градусов. Надо проверить на вонь. Электричество включено. Еще эта дебильная система подключения электричества. Так, что делать? Мне надо... Мне нужен стол. У меня будет, в принципе, второй компьютер. Да? Да. Давайте мы аккуратненько, красиво... Здесь в уголок все поставим. Дружище, друзья, заходите, пожалуйста. Лучшее кафе в городе. Лучшее кафе. Лучший хозяин в городе.
Вот так я вам даже скажу. Так, что у нас есть? У нас еще клавиатура. Швабра. Уйди в сторонку. Так, давайте клавиатуру. Мы здесь разберемся. Все, мышка, мышка, все. Мышка, стол. Пожалуйста, дружище, заходи. Сейчас я загружу основной компьютер. Сейчас ты поиграешь во что угодно. Пожалуйста, часика на 3. У меня там 100, 180 долларов. Ну, ни хрена еще на стол не хватит. Мне надо еще парочку клиентов. Тогда я беру второй стол. У меня два компа. Безграничный. Ладно, черт с тобой, пускай будет безграничный. Что хочешь? Что хочешь? Так, что у нас тут есть за кнопочки, интересно? Неисправность нету. Это что? Заблокирован. Все у меня заблокировано. Что у меня здесь? Еда. Это мне еще, я так понимаю, очень сильно далеко. Давайте просканируем на вирусы. И мне очень, мать его, интересно, как работает эта обезьяна. Коробка для подсказок. Так, наводим порядок. Что люди срут. Как он? Ты что ли забежал туда вот это? Ладно, сиди. Безгранично сиди. Я тебя не выгоняю. Сиди, сколько тебе нужно будет. Переноси мне немножечко бабла. Там-парам-там. Так, встала и пошла отсюда, белая блондиночка. Так, мадам, скоро будет второй компьютер, скоро вы посидите здесь. Так, хорошо, долго сидит. Что будет поделать? Ну ждем, что тут остается? Только ждать. Надо искать злодеев. Сейчас вот так вот встану. Коробка для подсказок. Тоже не... О, красный становится, скотина. Что это? То черный как сволочь, то красный как... Красный богатырь, я бы сказал бы уже, но... Хорошо, так, никто не бежит. Дети, надо отсекать людей синим. Здравствуйте. Пожалуйста. На... Ты че? Хорошо, ладно. Мне нравится такой расклад событий. На. Сука, 116 баксов хотел унести с собой. Ну не негодяй. Мерзкое место? Ну хоть трешечку уже поставил. Так, друзья, сколько у меня баксов? У меня 303 доллара есть. Заходим на Замазор. Мы там берем Dex. Где у нас Dex? Dex. Мы покупаем. Нет. Я же видел цифру 300. Ну ладно, сейчас мы откроем кафешку. Так, о чем я открыть эту кафешку? Сейчас еще одного клиента. Да. Открыть дверь еще сначала, да, конечно. Все как в жизни. Мадам, заходите. На часок. Хотя бы на часок. Так, пока здесь все красиво, все хорошо. Правда, прохладно, мерзкое место. Но уже трехзвездочная отметочка у меня пошла. Друзья, пожалуйста, проходите к нам. Ничего себе, мадама. С широкими плечами. И с широкой сракой. Заходи, дружище. Так, что слезы на глазах? Кто тебя обидел? Расскажи мне. Сейчас разрешу, подожди. One second, please. Запросы. 2 часа. Замечательно. Если никакая мразь не забежит сюда, не убьет его, не взорвет и что-нибудь у меня не сожрет. Товарищ Трамп, здрасте. Что-то хреново выглядите немножко. Зеленый и воняете, наверное. Так. А вот швабра еще одна стоит. Ладно. Так, вон там я вижу синий мутант ходит. Ну что, нравится? Компьютер, смотри, какой у тебя LED-экран. Что там, ютубчик втыкаешь? Ютуб втыкает, ты смотрите его. На что? На движущиеся машины? Придурок, что тебе посмотреть больше нечего, что ли? Так, товарищ полицейский, милиценский, иди гоняй вон там этих вот сбежавших с кальмарной игры. Они придурки, вообще идиоты. Так, а зачем коробка для подсказок? Зачем она? Подсказка что? Чтобы положили бабло, что ли, этого? Чай? На чай оставили? Давайте посмотрим. 59 баксов.
Замечательно. Замечательно, друзья. Мы что делаем сразу же? Заходим www, заходим DEX. Так, какой стол берем? $362 у меня есть. А мне же еще нужна будет мышка, правильно? Правильно. Конечно. 320. Basic VR Table. VR мне нахрен не нравится. Сейчас придумают они что-нибудь. Давайте добавим компьютер табл. Пол компьютер табл. Хорошо. Старый. Компьютер, полная оплата. Как заказали. Пожалуйста, заходите. У троечки. Троечки пошли. Так, мадмуазель, безграничный. Конечно, безграничный. Пошла вода горячая. Чувствую, чувствую. Пошли стол брать. Так, наведем пока, освободим места для стола. Так, пока дубиночку мы поставим сюда. И сейчас у нас приедет стол. Мы освобождаем пока все для старого стола за 320, мать его, долларов. Слышь, смотри, куда прешь. Я могу и наказать. Камел. Самец. Так. А, так ты, может, доставку делаешь? Больной, что ли? Вот этот мне не нравится, тип. Вот это, сука, это сейчас. Я тебя просто рубану, чтобы ты здесь, не ходил, придурок. На. Друзья, ко мне приехал стол. Че тебе надо? Я заказал все у меня. Вон чеки, иди посмотри. Иди посмотри в интернете, чеки, все куплено. Работаю как проклятый здесь. Иди гоняй вон этих придурков, которые здесь самоликвидируются. Так, хорошо, друзья, ставим стол. Так, не забываем. Че? Давай, убеги, блин, попробуй. Дебил, блин, на тебя в затылок, по щам хорошо. Так, ты че? Ты меня что тут? У меня тут новый клиент. Люди мои дорогие. Очень хорошо. Так, ладно, отзывы потом суд. 3 часа. Капитанская дочка. Так, ставим, друзья. Куда пошел? Ну что тебе не понравилось? Ну ты ж на 3 часа брал. Поддонок, 4 бакса хотел скоммунизить у меня. Друзья, мы выставляем новый системный. О, не новый, конечно, нифига. Но, тем не менее, вполне себе рабочий. Блин, мышку жалко. Поддонок тут опять взорвал и... Приходится все восстановить. Это хорошо. Клавиатура. Замечательно. Превосходно. Мышку надо купить. Сколько бабла? Нет, пожалуйста. Клиенты, конечно же, сразу. Дорогой мой любимый дружище, садись, пожалуйста, денежек немножко принеси, утвердить. 30 минут. Играй! Так, из-за вируса компьютеры тормозят. Конечно, но надо срам убрать. Вы что, не удосуживаетесь ноги за собой вытирать, когда заходите в столь лучшее кафе? Дебил, смотрите. 14 баксов хотел снять. Слышь, на халяву на полчаса? Что ли у меня здесь это... дорогой. Так, след. Вот там я вижу след. Нам надо вирусы немного почистить. Так, ребят. Я вам хочу сказать, что... Хрена себе, как ты здесь появилась. Кто тебя проморгал? Не-не, сиди. Да не уходи никуда. Полчаса. Ну, ладно. 14 баксов тоже деньги. Так, на секундочку. Так, срам. Надо убрать срам. Убираем грязь. Хорошо. Зачищаем. Так, мадама. Пожалуйста, прошу на выход. Хорошо, друзья, пойдемте, мы купим мышку. Вы видели? Сука забежал в последний момент. Ну нет, ну какая ж ты мразь. Не, с этим надо что-то делать. С этим однозначно надо что-то делать. Это так нехорошо.
хорошо. Ладно. Фух, на месте все. Фу. Фу. Хоть придурок сам сдох. Так, бита, у меня там что там по бите-то осталось? Друзья, пойдем за новой мышкой. Мы идем за новой мышкой, потому что нам нужна новая мышка, дабы создать второе компьютерное место. И это будет уже, я могу сказать, прогресс. Так, маус. Блин, братан, давай немножко сделай скидки своим постоянным, а? Мышка за $50? Мне кажется, это сильно до хрена. Ты куда крадешься? Все вон. Все вон. Батя пришел устанавливать второе место. Хорошо. Так, очищаем. Очищаем. Выкидываем. Выкидываем пока. Здесь не надо это аккуратно все выставлять, прежде чем. Так. Хорошо, стол. Устанавливаем стол. Монитор. Хорошо. Так приятно. Есть ощущения такие хорошие. Прямо я чувствую, прям как сейчас будет бабло. Рекой просто течь. Устанавливаем клаву. Клаву мы устанавливаем. Вентилятор, блин, падал, забежал, не разбил. Так, хорошо. Все стоит, все замечательно. Вентилятор работает, хотя мне здесь холодно. Все, что мы открываем интернет-кафе. Вирусы надо. Скан. Сканируем вирусы. Пускай пока это дело все у нас работает. Включаем свет. Свет работает. Свет работает. Замечательно. Так, ну все уже. Одну супер лампу мы вешаем. Да. Так, больше света. Больше света. Чтобы клиенты, так сказать. Хорошо. Так. Мне все-таки очень сильно накаляет, что вот это за голова небесная. Что она мне дает? Попрошайничать. Может, как-нибудь ее более красиво так поставить. Ее взять невозможно, понимаете? Коробочку для подсказок. Так, что я хотел проверить? Чистоту. У нас чисто. Друзья, у нас вообще идеальное просто кафе для посещения. Единственный момент. У нас охренеть как холодно. И что-то воняет. Спрей заканчивается. Блин, еще надо спрей покупать. Так. Замечательно. Заходим. Заходим, не проходим мимо. Пожалуйста. Что по баблу? Хорошо, слушайте, у нас есть 67 предпринимательских этих вот. Ребят, я забыл про это. Физически. Давайте мы немножко к чем. Тебя столько разбили, что ты больше не чувствуешь. Так, ну это не надо. Это позволяет наносить более сильные удары. Это хорошо. Ты бьешь как молния. Так, это мы прокачиваем, я так понимаю, носить более сильные удары. Хорошо, вынос. Если все не пощады, вы не теряете вновь, когда получается урон. Так, а что по кафе у нас может быть интересного? Благодаря вашему улыбающемуся лицу у вас будут клиенты, которые оставят больше положительных отзывов. Это хорошо. Это увеличит вероятность того, что в ваше кафе придет больше клиентов. Так, здесь благодаря вашему жесткому внешнему виду сокращается количество клиентов, убегающих с оплаты. Так, знаете, разрешимся данный сцен, у вас воры часто заходят. Так, воры, мне надо от этого придурка избавиться. Ладно, может по физике что-нибудь. Видишь, что больше не чувствуешь, в основном более всяк. А, не знаю, что прокачать. Давайте вот это. Пускай больше клиентов будет. Что-то они сейчас пока не заходят, нифига. И на этом что? Все? И все. Физически. Давайте физуху прочнем. Не, на физуху уже не хватает. На физуху уже не хватает. Так, что у нас там сканер? Так, у нас должно быть больше клиентов сейчас. Пожалуйста, господа, товарищи, клиенты. Мои дорогие, заходим. У меня два компа. Два компа. Надо биту взять. Чтобы прямо в жбанище закидывать. Хотя, блин, как этих поймать синих чуваков, которые бегают, я не понимаю, если честно. Я не понимаю. Так, начать сканирование. Сканирование завершено. Замечательно. По отзывам троечку. Дайте один час бесплатно, я увеличу оценку. Хер тебе. Хером тебе по носу. Вот что я хотел сказать. Они. Так, обои. Пока не хочу. Май кафе. Так, что вот это вот оги или вот это что за верно? Да, автоматическая раздвижная дверь. Тележка для хот-догов.
А что она делает? Старые колонки. Нахрен нужна охранная сигнализация. Где копилка моя? Мадам, добро пожаловать. Добро пожаловать. И вам добро пожаловать. Ладно, полчаса. Я добрый сегодня. Ну, хотя надо полчаса, что за полчаса? Ты занимаешь только этот вот. Ну, компьютер только занимаешь. Полчаса. Слишком много. Точнее, слишком мало. Мадам, государыня, сударынь. Здравствуйте, товарищ Лабр, проходите. 8 баксов? А, ты ж это, получасовая, да? На полставочки работаешь. Понятно. Чеши давай, чеши. Отсюда пердячим паром. Вот, братан, сидит там сколько? Пару часиков. Нормальный чел. Денег сколько у нас? Что мы можем купить себе? О, много чего мы можем купить себе. Так, что по отзыву? Двойка. Я рекомендую вам приходить сюда в пальто. Блин, ну ладно, давайте, слушайте, копить на кондиционер. Сколько у нас стоит кондер? Будет, конечно, ерунда. Дубак такой, тысячу. $499. Air кондиционер. Great. $300. Изи? Конечно, изи. Так, товарищ. Заходите, пожалуйста. Добро пожаловать. У меня новейшие компьютеры. Новейшая операционная система. Все без вирусов. 2 часа. Обожаю такие запросы. Запустим сканер. Пускай работает. Так, слушайте, купить премиум за $50. 5 баксов в сутки, это ладно. Это пока мы подождем. Так, что там? Плачешь, дружище, заходи. Все, слезы у тебя пройдут. Как отключено электричество? Твою мышь. Что за хрень с этим электричеством? Ты куда пошел? Не надо вот здесь выпендриваться. Ты получил исключительно, блин. Ну случайно, что я подделаю? Случайно. Биту надо купить, друзья. У меня там бита скоро развалится. Дело такое себе, когда без биты мне тут быстренько. Заходи. Сейчас я загружу. Кафе открыто, все. Че единиц станет? Тут так он сразу убежал. Ну зачем тебе убегать сразу? Посиди, 2 часа. 2 часа плюс 14 у меня там. Сейчас кондиционер скоро поставлю. Не надо тут такие жалобы поставить. Что я поделаю? Срач надо было убрать. Засрали. Вы лучше приходили сюда с чистой обувью, да без банок, бутылок. Вот еще отзывы писать. Слишком грязно. Все для вас. А вы тут не оставляй нормальные отзывы. Все, там у меня горилла стоит. Так, братан, заходи. Сейчас все уберу. Все нормально. Все хорошо. Поперли клиенты, друзья. Я очень рад. Так, садись. Сейчас сколько у нас там? 2 часа. Замечательно. Куда ушел? Не, друг, на тебя у меня еще $2. Ну, да. В принципе, из-за $2, чтоб я тебя вынес битые мозги, такое себе, конечно, мероприятие. Поэтому все правильно ты сделал. Мадмуазель Моник. Thank you very much. Fair пиздыч. Опана. А че накинула сюда? Ах, вот это как работает. Ёлочки пушистые. $9. Чё, на чай оставила? Ты моя красавица. Молодец. Так, итого, сколько деньжат у нас? $265. Это хорошо. Это уже перспективно. Биту надо купить. Так, коты. Сущие. Ну, чё вы здесь лежите у меня? Засали вот эту воняющую. Клиент туда не ходит. Спрей мне надо. Ой, друзья, ну надо купить спрей. Что-что, а вонючий запах это... Это вот первое. Это не так холод, как... Слушайте, то у меня было даже зима, что ли, на... Было все время 34. Сейчас 14. Куда нахрен? Ты что, за вентиляторы? Вообще, помогает что-нибудь? Так, дружище, здрасте, садись. Пойду продам вентилятор. А может, кстати, может, можно продавать вентилятор? Или можно вообще либо что-нибудь продавать? Твердите. Харе мне ставить единички. Чего мне нравится? Чисто. Компьютер обалденный. Оперативная система. Тут хозяин вас охраняет, сбитый бегает. 3 часа.
Три часа. Хорошо. Ради такого дела сейчас запустим сканер. Начать сканируем. Запускаем сканер. Сканируем вообще. Пожалуйста, чтобы люди... Так, 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 конечно. Заходим сразу же, и какой-то банк, как говно с вас просто сыпется. Ну, как вы, честное слово, так можете ходить? Час посидел, что ли, уже? Так, хорошо, $30. Так, ага, вот там свет. Ага, еще здесь я света вижу. Надо ковер вам какой-нибудь положить. Так, ну, как можно эту проблему, в принципе, решить? Может, какой-нибудь есть... Какая-то служанка может есть вообще. Как найти вот этот след? О. Еще где след? Не вижу. Так, дружище, давай закругляйся. Мне надо пойти попробовать барыги спихнуть. Что спихнуть? Вентилятор. Что он здесь что-то походу стоит, просто не работает, а холодит. Боюсь, что его сейчас включу, то вообще нахрен морозом все покроется. И биту мне надо купить. Ладно, стоим на стрёме, потому что, ну его нахрен, того придурка, который сейчас может быть здесь ненароком забежать, он синий там пасется. На, так, битой можно еще разнести одно лицо. Хорошо, бита, так, дружище, заход, проходим. Ну что ж ты холодно, скажи, скажи, посидел же? Плевать, что холодно? Плевать. Блин, а что? Так, $5! $5 поставил мне на чай. Блин, красота. Хорошо, пошла. Пошла, водичка горячая идет на 2 часа. Садись, садись, дорогой. Так, что там, холодно, да? Не водите в свои личные... Ну как так? Я ж проверяю, я ж сканирую, ребят. Ну что вы врете? Вон, вирусы удаляются. Смотрите, там стоит гнида. Че ты здесь пасешь? Пошел вон. Вон отсюда. Так, на чай мне оставили. Сколько уже? $11! Так, друзья. Пойдем попробуем продать вот это вот. Ах, нам здесь не надо, пускай лучше люди тут немножечко в плюс 34 посидят, вспотнут немножко, немножко подвоняют, ничего страшного. Зато, блин, вентилятор какая-то, это бесполезная вообще вещь. Можно тебя спихнуть? Так, что продать, мне нужны вещи. $123. Аж продавать. Обалдеть, друзья, $123. У меня $480. Кондиционер же. Так, мне надо бы биту прикупить, ну ладно. Давайте посмотрим, сколько стоит кондиционер, потому что людям-то надо комфорт. У меня же не какая-то забегаловка, у меня что-то берет кафе. Смотрите, греку гей. Заходишь, чилишь просто на ура. Так, ладно, вирусы удаляются. Пускай вирусы пока удаляются. А мы что? Мы кафе. Двоечку поставил, без которого можно играть. Кофе, который здесь открывается. Дерьмо, кафе, который открывается, дерьмо. Ну и плевать. Бабло заплатил. Все. Остальное меня не интересует. Может, ну, отзывы, конечно, не да, дают. Но... Так, кондиционеры. 499. Да какого хрена? Че, он подорожал, что ли? Ну, не было же столько. Почему 499 уже он стоит? Ну, что стоило там 450? Ну, да. Так, а что можно продать? Здесь у меня, в принципе, уже ничего не продашь. Ничего и не продашь. Ладно, давайте немножечко поубираем тут. Люди, заходите. Кафе открыто. Открыто кафе? Открыто. Открыто. Game room. Почему game room? Мне греку game здесь называется. Вообще-то моя прекраснейшая интернет-кофе. Ребят, вирусы очищены. Вирусов нет. Все, сканирование завершено. Понимаете, очень крепкий компьютер. Ну давайте еще начнем сканировать. Чтобы вообще не было вируса. Добро пожаловать, друзья, заходите, пожалуйста. Лучшие компьютеры в голову. Лучшее кофе будет скоро у вас. Все будет у вас. Только платите бабло и оставляйте его там обезьянки моей черненькой чаевые. Вы не пожалеете никогда, что пришли в такое прекрасное заведение. Так, пришли и, конечно же, насрали. Не судьба, что ли, зайти без банки сюда вообще никак? Ну, это немножко начинает накалять. Они начнут еще плохие отзывы мне писать в плане того, что ой, да что, да здесь срамота, как это, все убираю, все для вас, свет горит, ты подонок. Так, сейчас продам у тебя, да, прижал, сейчас на один удар еще. Видите, время есть, которое я могу его треснуть сзади. Ладно.
Хорошо, 16 баксов хотел стырить. Вот мне нравится наказывать за конкретно за что-то. Не просто так вот, знаете, щи разбивать. Не, ну просто так, конечно, тоже иногда приятно. Но вот когда за дело, ну что, убежал и не заплатил. Ну как? $499, у меня 530. Пожалуйста, добавить корзину, оплата. Вы чувствуете кайф? Вот это звон монет, вот это шуршание банковских ассигнаций. Это ж приятно. Кондиционер сейчас поставим. Вы чё? Блин, у меня не кафе, а сказка. Просто сказка. Мадмуазель Швабра. Так, надо вам имя придумать. Что одни и те же заходят? Так, на сколько ты будешь? 3 часа. Ничего себе, ты сегодня заработала. Ну вот это ты заработала сегодня. Ребят, вам исключительно повезло. Охренеть, у меня кондёр. Потому что вы как раз попали в зону комфорта. Полчаса. Сиди, дорогой. Не жалко. Сиди. В зону комфорта. Так, блин, что это я сделал? Хорошо. Нажмите, чтобы взять предмет. Нажмите F, чтобы отрегулировать. Так, нажимаем F. Auto. Температура воздуха регулируется автоматически. Auto. Хорошо. Так, ты что, посидел уже полчаса? Давай дуй. Друзья, кондиционер заработал. 25. Warm. Тепло. Друзья, у нас 12 баксов просто. Хорошо. Бабу. Мадам, что там, убрать? Давайте уберу за вами. Пожалуйста. Вот. Сидите сколько вам надо будет, мадемуазель. Ну что, надо мне уже, друзья, пойти купить биту одну дополнительную. Так, вон еще след остался. Конечно, негоже. Но прям при входе люди видят вот это вот наслежено все. Им, конечно же, становится противно. Вот, неуютно. Тут кондиционер, друзья, бусы. Как я рад, что вам тепло. А да, мне не обижайте меня. Вы такая. А, ты курящая. На. Ух ты. Ну все. Эта швабра вонючая просидела полчаса. Так, здоровье восстанавливается вообще? Не, ну я хочу заработать. Ты 3 часа просидела. Нереально. Ну нереально. Вы отключились. Ты куда? Ты что там спёр? Бляха, да пошёл вон. Блин, ты что, меня решил спереть? А хоть хер с ним, что ты меня сейчас завалишь, я хоть комп свой сохранил. Смотри, что ты мне... Вы оштрафован! За что я оштрафован еще? Подлина, ты видел, что она мне била? Вот с***ка. Где справедливость? Где эта справедливость? Друзья, надо пойти. Без биты вообще ничего. Ты представляете, это шваль курящая просидела у меня 3 часа. 90 баксов где-то, плюс-минус. Должна была мне заплатить, и что? И просто убежала. $40. Конечно, баланс не хватает. Работаешь. Не покладая рук, честным путем. Заходят гниды и обворовывают. Слушайте, может я спрей продам? Я продам спрей, мне хватит на биту, чтобы молотить головы. Какие вы все-таки плохие все. Ну, пожалуйста. Ой, продавать спрей. Я спрей продал придурку, который... Чтоб спрея нету, идиот. Дружище, что-то ты какой-то это вот... Смотрите, я бегу, на чем, интересно, мне держится бита? На каком месте? Электричества нету. Слушайте, ну капец. Швабра меня, значит, ограбила, еще дала мне люлей. А сколько ж меня штрафовали, мне интересно. Что-то не успел там засечь, насколько мне штрафанули. Везде единицы. Вы что,
Офигели, что ли? Везде мне единицы. Открываем кафе, сканируем вирусы. Это уже надо делать просто на автомате. Так, друзья, что? Проверяем. Теперь у нас есть бита. 25 градусов. Красотища. Что у нас по частоте? Ну, вот у нас, конечно, всегда есть что поубирать. У нас есть всегда что поубирать. Ну где вот, где найти этот след? Вот как надо рыть его, чтобы найти? Ты больше, ты сегодня вообще не убежишь, не заплатив деньги. Ты поняла меня? Сколько? Опять 3 часа? Безграничный. Сиди безгранично. Что-то я не понял. А что ты ушла? $3? Так, забираем. А, вот, мы могли еще забрать отсюда немного деньжа. Друзья, что-то я затупил. Не надо было даже спрей продавать. Заходим. У нас, пожалуйста, лицо поверни свое. Обрати внимание, что здесь кондиционер. Здесь тепло. 25 градусов. На 2 часа. Без проблем, дорогой. Что оно здесь? Кафе не очень хорошее. Есть 0 игр, компьютер вы можете играть в... Так, слушайте, а что, мы можем здесь компьютерные игры еще это вот покупать? Нет компьютерных игр? А сколько у меня денег есть? 24 бакса. Так, что, на Замазор надо заходить? Блин, вот на английском, вот ну так себе, понимаете, я шурупил. Бил, что тут бил? Полис. Так меня эта тварь, мало того, что била, так меня еще штрафанули на $80? Охренеть. И мне еще надо заплатить штраф? Безобразие. Безобразие, друзья. Хорошо, а как мне отстрелить, где? Где мне какие-то игры надо начать? Так, сейчас тебе доступ. Подожди, дорогой, открою. Сиди. Желательно, чтобы ты на 3 часа утвердить. Блин, вот полчаса уже что-то неинтересно. На полчаса уже, ну так себе, я вам скажу. Так, биту мы вот так кладем. Она всегда при нас. Где-то спрятался, короче, один след. Я не могу его... Так, проходим. Сейчас. Хорошо, $22. Что мало? Смотрите. Пошел вон отсюда. Нехер здесь ходить, портить мне всю картину своим вшивым этим лицом с крестом. Так, ты поиграл. Ты... Тебе... Нет, что ты дрыгаешься тогда своим этим стулом? Ну. Ага, я так могу отстреливать, хорошо. Мадам, как это заходит, да? Мадам, я тебя знаю. Я тебя знаю, шаловливые твои ручки. Садись, играй. Но плати бабло. 3 часа. Угу. По старой схеме, да? Так, хорошо, мне надо вообще... Что, штраф надо заплатить? Блин. Чувак, ты что-то завис там. Что-то выиграл, что-то там? Хорошо, что ты довольный сидишь. Видите, курица вот эта вот. Пришла с угла. Так, братан, я знаю, что делать. Молодец. Еще и на чай кинул. 14 баксов. Вот это двойная, вот это двойная игра. 14 баксов на чай. 96, офигеть. Вот верю. Давайте, слушай, блин, не хочется так штрафы платить, ну. Ну, очень не хочется штрафы платить. 150 баксов. Давайте посмотрим, может, какую-то игрушку хотя бы. Ну, товарищ милиционер, подождите, пожалуйста. Так, что здесь у нас есть? Обмен. Собственная монета. Так, это потом мы разберемся. Каваи. Плей. А что, я могу в игры, что ли, здесь играть? У меня есть кому здесь играть в игры. Не, мне это не интересно, зачем мне играть в игры. Продать монету, бла-бла-бла. Крэк. Чё там? Заходи. Заходи, друг. Эпс. Может, там что-то можно купить. 2 часа. Братан.
Дорогой мой, дружище, боже, хорошо-то как. Давайте ЭППС. Так, приложение, с которым можно послушать отличную музыку. Ну, скачать, давайте скачаем. Платформа, на которой вы можете покупать игры самого высокого качества для интернет-кафе, действующая целая гамма. Сюда! Только ко мне! Программа необходима для установки устройств майнера. Господи, что здесь есть еще? База данных, в которой вы можете найти сотрудников. Швейцарский цирк! Ау! Фак. Больно ударился. Так, хорошо, друзья, мне начинает это определенно и очень сильно нравиться. Вы представляете, как я могу прокачивать свой кафе? Обалдеть! Я могу здесь охрану поставить, наверное. Ну, блять, как это произошло? Ну как это произошло? Да пошел ты! Давай, ты что, еще мне тут воровать хотел, что ли? Падла, подонок. Не, ну... Так, у меня 290 баксов. Блин, не надо ставить какой-нибудь... Ну, вы посмотрите, что это паскуда натворила. Не, ну как... Вот хочется же, да? Ладно, ставим стол. Да не так, становись-то давай уже. Разбираемся сначала со столами. Так, стол, берем стол. Ну, блин, конечно, со столами ты разберешься. Ладно, давайте компьютер сюда. Этот, в этот раз этот поставим сюда. Что ты перевернулся? Эй, перевернись. Так. Нет, это, конечно, накаляет. Вот это накаляет. Очень сильно накаляет, если честно. Я его даже не заметил вообще. Как он попал сюда? Куда мент вонючий? Меня били. А ты меня еще штрафанул, придурок. Тут бегают вон идиоты, которые самоликвидируются. Клиента мне положил, бабло мне положил. Вообще. А он меня штрафует на 50 баксов за то, что я похлебалу еще получал. Это нормально? Это ненормально. В мире это нормально. Не, у нас, может, это и нормально, конечно. Чтобы мент подбежал, тебя просто вхерачил. Щи собачьи, и все. И как бы ты еще виноват, иди еще штраф заплати за это. Ладно, хорошо. Пускай. Все равно мы... Что, прибыль у нас какая-то идет? Еще и пожар. Не надо. Это сейчас очень... Не надо. Что еще горит? Что еще горит? Ну все. Все. Туши. Вот еще бы системник не потерять. Можно было бы идти домой и плакать в подушку. Но нет. У меня все на это предусмотрено. Мышка, ты где? Мышка, это ты? Я же думал, слушайте, мышка мне взорвал. Та вот нехорошая людина. Хорошо, установили. Оп, носик зачесался. Смотрите, он мне еще кондиционер, сволочь, сбил. Мало того, что теперь мне надо, наверное, заново настраивать. Ауто. 17 градусов. Хорошо, кондер заработал. Так, друзья, давайте мы установим... Что там по играм у нас? Мы скачали что? Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, какие игрушки можно качать. Сколько у нас долларов? 290 баксов. Хорошо. А мы еще качали что-то по музыке, да? Полученный динамик не найден. Ладно, с музыкой мы разберемся потом. Трой! Дайте один час, посмотрите. Четыре? Блин, красота. Что-нибудь по-дешмански. Есть какие-нибудь секреты? Что за игры за 120 баксов? Что, охренели, что ли? Ладно, давайте купим вот это. Принадлежащий. Хорошо, все, открываем интернет-карте наша. Нам надо, конечно, сначала дверь открыть. Так, у нас есть новая игра. Это мне определенно нравится. Хорошо, давайте базу сотрудников давайте посмотрим. Как работает база сотрудников. Заходим в ЭППС.
Установки устройств майнера нам пока не надо. Что мы установили? Что у нас вообще есть? Приложение, в котором можно прослушать личную музыку. У нас есть портфон, на котором можно покупать игры. Это у нас есть. Хорошо, сканер Windows у нас есть. Хорошо. База, на которую можете найти сотрудника, который могут помочь вам в работе. Мы объединяем работодателя и сотрудника. Качаем. Друзья, заходим. Ко мне. Самое лучшее кафе какого-то города. Города Н. Заходи, заходи, дружище, у меня тепло. У меня очень тепло здесь. Вы не пожалеете. Так, сколько? Три часа? Три часа. Это DAS и DAS. И второй на три часа. Ну замечательно. У нас так игры, у нас так здесь качается. Хорошо. Это у нас есть хорошо. Так, а что у нас там скачивается? Скачивается, хорошо. Сейчас посмотрим сотрудников. Надо ловить. Вот меня накаляют очень сильно вот эти придурки, которые бегают и взрываются. Которые взрывают не только себя. Дебилы, они не забегают, взрываются, да, отдыхают. И чисто разбрасывают мне вещи. Вот, нет. А красавица, один раз было такое, что забежал, сволочь, взорвал и стол мне уничтожил. Понимаете? Ты там что? Не, спокойно, братан. У нас здесь все по-тихому должно быть. Мы мирные люди. На чай нам оставляем. Слушайте, а что вот я не могу понять, в каком мире вот эта вот рожа обезьянья ассоциируется с копилочкой? Ну не с копилкой, ладно, на чай. Туда, куда суют деньги на чай. Везде-то банки стоят, там, не знаю, да? Не обезьяна же человекоподобная. Тут вон Трамп ходит, здесь Обама сидит у меня. Вообще, что это какой-то штат, что ли, американцы? Ну ладно, все бы ничего. Главное, чтобы сейчас не забежал придурок, который любит забегать. Так, ребят, у меня там качается это самое. У меня скачалась база. Сотрудники. Кого мы можем нанять? Можешь защитить наш магазин от всевозможных атак. Нейтрализуйте своих врагов с помощью 5 дней 300 баксов. Кошмар воров. Так, ладно, воры не могут пробежать. Это привлекает внимание ваших потенциальных клиентов. Ладно, Мишка мне пока не нужен. Абсолютно разрушитель грязи. Слушайте, друзья, за 600 баксов в течение 3 дней. Куда? Куда убежал? Так, тебя заодно. Ну куда ты убежал? Куда ты 3 часа просидел? Бляха. Да пошел ты, мент. Ну что ты хочешь? Знаешь, у тебя здесь правосудие тут вообще не касается. Что? Не повиновались предупреждению о прекращении? Кто такой? О, графическая края карта для майнинга. Знаем. Я себе покупал графическую карту, да, за 500 баксов. Да, это нормальная цена за дерьмовую, в принципе, видеокарту. Слушайте, я потерялся. У меня открыто интернет-кафе. Бляха, у меня открыто мое кафе. Вот оно, кафе. Ну, друзья, что я вам хочу сказать. Меня опять обставили на немалую сумму денег. Давайте посмотрим, что-то все-таки по штрафам. Может, достануть какие-то штрафы. Так, не видите личный аккаунт. На компьютерах. Ну какие вирусы? Я же недавно это вот сканировал вирусы. Чего вы придумываете? Не надо. Так, давайте зайдем. У нас там где-то висит дохренище штрафов. 30 баксов за неповиновение. Ну, платить надо все. А что делать? Что делать? Сейчас дебил придет. Еще штраф. Повесить за неуплату штрафа. Знаем эти схемы. Стандартные, базовые схемы. Как срубить с обычного чувачка, который вечно ходит со шваброй. Слушай, мне очень понравилось то, что там есть робот-пылесос. Это за 600, ну 600 баксов, конечно, до хрена. Но мне еще больше понравилось, что стоит чувак. Вовремя. Ты очень вовремя пришел. Давайте затушим.
дело пахнет очень-очень жареным. Да пошел ты на полчаса. Че ты ходишь сюда на полчасика-то? Во что ты здесь проиграешь на полчаса? Так, сколько у меня осталось? А, блин, а что тут горит? Где тут горит вообще? Вот, слышишь, поаккуратней с моим компьютером. Нехай здесь своими клышнями его бить. Это что за фрукт? Не, для таких фруктов у нас есть приспособление, которое будет ограничивать. Смотрите, побежал. Мало того, что компьютер мой хотел своей клышней. Да. Троих сразу, одним ударом. Троих с одной. На тебе. Хорошо. Четыре. Ну а чё они думали? Вот, мадама. Мадама, я вас не хотел трогать, честно. Мне шмуры в магазине не нужны. Сама напросилась. Я чё? Он у меня украл бабло. Он сидел и не заплатил. А что мне делать? А ты там шваря на просто. Чё ты подставляешь свое лицо? Так. Ты со мной не шути. Прекрасно. 25 баксов. Друзья, что имеем? $242 имеем. Слушайте. Ну, послухи. Хорошо, мне надо какой-то рюкзак купить, чтобы я мог с собой носить биту. Так, дружище, заходи, пожалуйста. Конечно, садись, играй. Давай-ка мы еще сейчас сканер запустим на проверочку вирусов. Начать сканирование. Запустили. Хорошо, выходим. Оп. Так, хорошо, убираем. Убираем. Заходи, не проходите мимо, ребята. Мимо не проходим. Здесь у нас чисто. Аккурат. Что там лежит? Блях, это здесь лежит мышка. Я-то думаю, что это за хрень здесь лежит. У нас целая мышка лежит. Друзья, это круто. Это круто. Нам не надо покупать мышку. Мы можем где-то плюс-минус уже. Ну, конечно. Ну, извини, а что я сделаю? У нас система такая хреновая электрическая. Ну ты ж поиграл, посидел, правильно? Ты ж посидел, поиграл, блин. Да пофиг, что выключилось электричество. Ты ж посидел, поиграл. Заплати деньги. Ну, зачем ты так? Друзья, у нас 116 предпринимательских штуковин. Не знаю, что делать. Что у нас покупать? Клиентов приветствуют приятным разговором и могут попросить дополнительное время. Дальше. Люди оставляют больше денег в коробке для чаевых. Клиентов приветствуют приятным разговором. И сколько у нас того денег? 69, 89. Даже не знаю. Благодаря вашему улыбающему лицу у вас будут клиенты, которые ставят больше положительных отзывов. Я не знаю, в чем вообще здесь суть отзывов. Давайте на дополнительное время, пока разбазаримся. Кафе. И физически. Что-нибудь физуху может прокачать. Это позволяет носить более сильный удар. Вот это мне нравится. Это сразу кулаком в жбан. Ты бьешь как молния. Враги с трудом понимают, откуда берутся эти удары. Красота! Красота! Это позволяет носить более сильные удары. 41, а что там дальше? Ты намного лучше справляешься с бейсбольной битой. Из-за твоего прошлого бейсбольные биты легче ломаются. Супер! Супер! Все. Все ясно, предельно чем. Так, у меня какие-то приятные разговоры должны быть с клиентами уже. Здравствуйте. Так, сейчас, подожди. У меня же электричество-то выключилось. Надо... Посмотрите, какой-нибудь бесперебойничек. Наверняка здесь что-то предусмотрено в том плане, чтобы предотвратить подобного рода события о выключающемся компьютере, самовыключающемся. Безграничный. Сейчас посидит 3 секунды. 100 пудов. Так, ладно, друзья. Сегодня я уже очень много проработал. Мне пора бы сохраниться, наверное, сходить. Потому что спать-то хочется, что тут как проклятый работаю, ступень. Но сегодня, слушайте, мы значительно продвинулись по сравнению с прошлым, назовем это, рабочим днем. Не тыкай по экрану, не тыкай по экрану. А, ты по клавиатуре так бьешь. Наверное, чуть ниже. Ну ладно. Сиди, дорогой. Сиди столько, сколько тебе понадобится времени. Сколько у нас температура? У нас 25 градусов. У нас тепло. Достаточно тепло. Здесь светит свет. Посмотрите, свет здесь светит. Здесь какой компьютер? У нас нет нахрен компьютера. У нас нету нахрен компьютера. Там
Где компьютер? Слушайте, а я помню, что я кому-то же бан разбивал. Его уже, конечно же, унесли. Где Макарёк? Бляха, вы помните, меня этот падла ограбил, я там четверых положил, а компьютер забыл забрать. Хорошо, а что нам предлагает Замазор по покупке компьютерной техники? Сколько стоит системничек? Давайте сравним. Компьютер класс 145 баксов. Хорошо. А если посмотреть компьютер у барыги? У меня сейчас 269 долларов. 100, сколько там я посмотрел? 145 баксов. Ну, мне нравится твое безграничие, конечно, дружище. Абсолютно нравится. Сидишь так сидишь. Главное, чтобы ты не включил поросенка Петра, при этом не заплатив мне ни гроша вообще. А так, ты просто будешь самый лучший. Реально, самый лучший будешь. Сиди. Будешь ты сидеть, я уже устал ждать, как ты там будешь. Ладно, давайте почилим, что тут у нас есть вообще. Компьютер, сколько стоит самый дорогой компьютер? 1750 баксов. Охренеть. Game Pro Computer Case. Ну, супер. $80. Хорошо, пойдем посмотрим, сколько стоит у барыги. Биту оставляем здесь. Барыга, потому что там банчит там. Может, что-то у него дешевле, чем 145 долларов. Он 145 баксов, я не знаю. Может, они, конечно, больше бабла оставляют при том, что компьютер... Ой, не туда. Если компьютер типа 116 долларов. И 116 долларов. Конечно, берем. Ничего себе. Так, нам надо еще, друзья, купить спрей. Потому что там воняет стопудово. Бомжи, коты ходят, цук-цук. Стопудово у нас там вонь. И бомж. Вечно шныряет чего-то. Что-то ему не хватает. Хотя денег у него, блин, тьма тьмущая. Типа такой. Все, компьютер у нас работает. Это у нас работает. Все, друзья, давайте-ка мы пойдем на сохранение. Трудовой рабочий день закончен. Извините, кафе Greco Game закрыто. Ты шел вон отсюда. Все, друзья, спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки. На сегодня это все. Вторая серия завершила. Надо пойти отдохнуть, надо сохраниться. В скором времени продолжим. Слушайте, эта игра мне очень нравится. Посмотрим, что будет дальше. Будем развиваться. Все, всем пока-пока.